как видео для тех, кто интересуется подключением печки последовательно вместо параллельно. То есть вот он наш выход с головки блока цилиндров. Здесь весь металл я удалил, идет шланг. Этот шланг сразу входит в печку, в нижний патрубок, это вход. Дальше с верхнего патрубка выходит шланг, здесь у меня стоит тройник для развоздушки. Пошел вниз, здесь у меня стоит насос, насос не обязателен. Здесь просто можно шлангом увести вниз. Вот это пошло на нижнюю печку. Можно просто сразу увести вниз, можно уголок поставить. Вот. Это приход с нижней печки. Уголок. И все, и пошло на термостат. Все просто.